Копы и воры не особенно реагируют на огни полицейских мигалок. К ним привыкаешь, но иногда от их звука вдруг идет мороз по коже. И тут ничего не поделаешь, ведь на этот раз дело касается лично тебя. Слава богу, ты жива. Нет, Джой! Джой, не надо! Зараза! Лейтенант! Я поймал ее на лестнице. Говорит, что знает священник. Где отец Макколи? Что с ним? Отведи ее в мою машину. Я сам допрошу. И напомните Бруилсу, что дверь нужно охранять. Да, это простой вопрос. Ответьте! Полегче там с ней. Эй, а Бакстера нашли? Нет. Я поехал в участок, потом был у него дома, нигде нет. По-моему, с ним что-то случилось. Скажи честно, ты раньше видел что-нибудь подобное? Я бы сказал, это просто бред какой-то. Да. Это за гранью всего человеческого. За гранью? Мне нужно попасть на место преступления, пока они не смели все улики. Уверен, здесь еще есть зацепки.
Айрис? Если бы она осталась в больнице, была бы жива. Будь готов отпустить то, что тебя тут держит. Помни о том, что ты не виноват. Прости. Что ему еще тут было нужно? Черт! Что с вами? Вы так резко замолчали? Девочка убегала. Он гнался за ней, не за нами. Кажется, нас ждет. Так, давайте сфотографируемся. Нам нужно на торжество. Все заходите. О, Боже. Она жива? Все нормально. Все хорошо, хорошо. Отпусти, отпусти. Он здесь. Что? Эй, послушайте, вам придется уйти.
Это не характерное для звонаря убийство. Это случайные жертвы. Он охотился на Айрис. В комнате Джой могут быть еще улики. Боже. И что теперь я должен ей сказать? Зачем убийца сюда приходил? Хотел защитить Айрис. Правда, не уверен, что Джой от этого станет легче. Проклятие.
не назовешь идеальной соседкой. Да и грубовато она немного. Зато комната очень хорошая. Со временем вы поладите. Не волнуйтесь, я умею ладить с кем угодно. Отлично. А вот и комната. Пришли? Отец, что с вами? Беги, беги! Убийца пришел за Джоя, а убил Айрис. Этот след никуда не ведет. Так где же Бакстер? Если его здесь нет, значит, ему придется объясниться. Ну что скажешь? Что-нибудь видела? М? Тихо, киса. Тихо, успокойся. Это всего лишь тринаронан. Кс-кс-кс-кс. А тут что за хрень? Убийца что-то здесь выронил. Может, кошка сумеет достать? Благодарю. Знакомый дом. Убежище. Надо попасть в дом правосудия. Thank you.
Тут поработал настоящий монстр. У этого подонка ничего святого. Ну ты же призрак, вытащи меня отсюда! Давай! Поверь, так будет лучше, правда? Ну да. Но что там произошло? Он не мучился. Ты врешь. Он погиб, защищая невинных, все, что могу сказать. Он погиб из-за меня. Эй! Невменяемость не поможет тебе уйти от обвинения в незаконном проникновении и побеге. Так что хватит прикидываться, ясно? Рекс, отвали от нее, а? Может, объяснишь нормально? Нет. Так я и думал. В участке решим, что с тобой делать дальше. Почему со мной вечно проблемы? Джой, скажи ему, что мы нашли. Они должны знать все. Попробуй его как-нибудь убедить. Куда пойдешь?
След убийцы ведет в тот особняк, который мы видели в музее. Расскажи о нем Рексу. Возможно, это логово убийцы. Ладно, попробую.